네, 목사님. 네, 목사님이 이스라엘에서 저희를 환대해 주셔서 깊은 고마운 마음을 내가 그 담고 한국에 돌아왔었습니다. Я вернула в Корее с благодарен за вас, потому что вы так хорошо приняли их командой. Я думаю, что мы только еще учимся принимать, как вы принимаете, потому что реально, как вы принимаете, я иногда думаю, Господи, кто же я вообще? 목사님, 아직 목사님께서, 목사님 팀이 저희를 받아주시고 환영해 주시는 거에 비해서는 저희가 하는 게 너무 아무것도 아니고 저희가 목사님과 그 팀에 받는 그 환영을 받을 때마다 제가 누구길래 이렇게까지 많이 사랑을 해주시고 환영해 주시는지 생각하게 됩니다. Я действительно переживаю сильную благодать здесь. 그래서 이곳에서 엄청난 기름 부음을 계속 느끼고 있습니다. Я думаю, нет такого народа, который так любит израильский народ. Это видно и это искренне. И я хочу сказать огромную благодарность вообще корейскому народу, который действительно очень жертвенный, посвященный. И я думаю, что это народ, который возбуждает ревность у нас. 그리고 정말 대한민국과 같이 저희 나라를 진실로 사랑해주고 희생해주고 모든 것을 내어주는 그런 나라는 정말 없는 것 같습니다. 그래서 정말 이 나라는 저희에게 정말 식인함을 불러일으키는 나라인 것이 너무 확실합니다. И хочу еще пару слов сказать. Я буду делиться на служении. Я хочу по Писанию также показать, что именно вот это соединение евреев с Россией и корейский народ – это то, о чем Бог говорит в Писании. И именно это глина, которую Он будет употреблять для своей славы. 그리고 이번에 주일날 이제 설교 때도 말씀드릴 건데 짧게 말씀을 드리자면 성경에서도 나와 있듯이 이스라엘과 러시아와 한국, 대한민국의 그 관계가 정말 성경에서부터 벌써 나와 있고 그것이 얼마나 하나님께서 이 시기에 그 세 나라를 어떻게 사용하시는지 말씀해 주시겠다고 하십니다. 네, 놀랍습니다. 감사합니다. 저희가 목사님을 만난 것이 특별한 축복이라고 생각합니다. 이 온 он думает, что очень благословение из Бога, который так дружба стали. 그리고 목사님은 이스라엘 사역자 중에 특별히 하나님의 그 성령의 기름이 강한 목사님이시기 때문에. И вы один из тот пастор и человек, который очень многие дух святой. 여기 오신 분들뿐만 아니라 이스라엘의 많은 그 목회자들이 이 목사님 같은 사역을 더 강력하게 한다고 저는 믿습니다. Я думаю и верю, что не только пастыри, которые пришли сюда, но очень многие другие пастыри в Израиле и так должен быть, как вы. 네, 목사님 사역 응원하고 축복하겠습니다. Я буду благодарить и благословить ваши все миссии. 감사합니다. 축복합니다. 감사합니다. 축복합니다. 아멘. Я верю, что Господь позволит нам трудиться вместе, и я верю, будет хороший плод, потому что мне нравится тот огонь, который есть у вас. 그래서 목사님 안에 있는 그 불이 보여서 저희가 함께 이 일을 할 수 있는 게 너무 기쁘고, 또한 이 일을 통해서 하나님께서 열매를 분명히 맺게 하실 것을 믿습니다. 아멘, 아멘. 아멘. God bless you. God bless you.